Всем юхай, с вами Аман, и сегодня мы сыграем с челленджем «Пол — это лава на ангаре 2». Let's go! У нас уже 8 контейнеров, понимаете? 8 контейнеров, до 25 осталось. Еще чуть-чуть. Теперь что нам остается? Только на ангар зайти, вот. Заходим. Так, кто мы? Мы так, подожди. С дробашом со стрима, я забыл поменять, ребят. За первые 10 секунд я должен успеть быстрее добежать сюда. Фу, все. Пол это лава, пол это лава. А тут ходить можно, потому что это не совсем пол. Вот этот пол это все лава. Опа, а кто это там был? Подожди, вот тут можно, тут тоже можно, да, ребят. Вот тут кого-то я видел. Опа, нету, понял. Главное не упасть сюда. Если я все-таки как-то упал, значит я больше не могу двигаться, понимаешь? Оба! Вижу, оба! Не, на дальней дистанции вообще не работает. И теперь мне никак не перебраться, мне нужно ждать этот контейнер. Я иду к тебе! Все, погнали. Так, оп. Да ё-моё, он ушел. Что? Он ушел? Может тут? Куда они все ушли? То, что я с дробашом... мы выиграли, круто. Дробаш это что-то не очень хорошая штука. Я предмет. Так, и теперь надо быстро. Вот как только возродился, ты сразу должен бежать наверх. Все, здесь я могу спокойно находиться. Наверху, на втором этаже. И мы встанем где-то примерно вот тут и будем стоять. Ну, пока что никаких правил не было нарушено, поэтому, в принципе, все окей. Окей, Амогус. А Боба, осталось немного. Вайна, смешка пошла, а вот это не очень хорошо. Так, они, так, видел своего тиммейта. Так, противников не наблюдаю. Так, главное не упасть, надо идти аккуратно. Так, вижу противника. Так, нормально, они что-то там делают. Так, аккуратно идем. Так, тихо, сюда. Ну, вроде пока что в безопасности. Вай, так, лучше я туда даже высовываться не буду, потому что мне ГГ может настать. Я упал. И мне нельзя больше двигаться, понимаете, в чем прикол? Мне нельзя двигаться, я упал, все, я больше не смогу двигаться. Можете забыть про клавиатуру, ё-моё. Но я могу возродиться в любом случае. Но даже с тем, что я не могу двигаться, меня еще даже не спалили ни разу. Но надеюсь, так и будет до конца каточки. Остается минута. Они что-то плачут. Я один остался, они не могут меня найти. А, сейчас найдут. Сейчас инфосотка найдут. Вон она. Она меня спалила, да? Ай, жалко, я даже ничего сделать не могу. Не прыгнуть, ничего. Ну как я так лоханулся по-тупому, Но за то, что мы... То, что нужно запомнить, надо прятаться в нестандартных нычках. Ребят, я считаю, да ну нафиг, я лучше выйду и нормальное оружие поставлю. Вот это оружие будет получше. Я вернулся. Возрождаюсь. Я нахожусь на полу, ребята. Оп. Так, это... То есть вот эти минуты, они не считаются, потому что... Фу, всё. Суть в том, что я не мешкаю, не имею права менять предмет, должен бежать. С лавы, как бы, вот какие-то вот такие вот правила. А теперь аккуратненько. Знаете, у меня есть мысля спрыгнуть вон туда, но тогда оттуда уже никуда я не денусь. Потому что пол это лава в Хайтунлайде на ангаре 2. Капец. Оба. Они что-то прыгают. А зря вы это. Меня спалили? В смысле? Успел! Ты что делаешь? Где он? Я упал. А он зашел внутрь этого контейнера. Вон он прыгает. Это тот баг. Прыгает он, окаянный какой. Блин. Все, я возрождаюсь. О, я уже наверху. Все нормально. Так, я упал, типа на пол, в лаву попал, так что это как бы считается. Блин, вот украинка ржет, потому что она туда, вот подо мной сейчас находится, вон в том контейнере. Побежали отсюда нафиг. Оп, так, аккуратнее. Так, меня не спалили. Оп, вроде я живу. Вон она прыгает, вот собака, вот... Ну это неправильно, ты чё, вообще.
Так, со спины никто не заходит, нормально. Вот и чё ты, вот и чё ты делал? А, она вылезла, не понял. Вай. Она может залезть сюда? Нет, не может. Отлично, мы выиграли. Чисто кайф. Ой, пушечка, только сейчас надо сразу моментально быстро бежать отсюда, потому что... А, пол это лава, понимаете? Потому что пол это лава, поэтому надо бежать отсюда максимально быстро. Быстрее на лестницу. Фух, да, все. Оп, оп, уже вижу. Их тут двое. Так. Обоих надамажил, мне вниз нельзя. Пойдут отсюда? Да, Альберт, пошел отсюда. Так, отлично, мы его прогнали. Так, я не имею права туда спускаться тупо. Он опять тут залез. Подожди, вот тут, да? Они где-то тут. Подожди. Вон он там видел. Тихо. Пол это лава, главное про этот челлендж не забывать. А, ушли? Где? Сверху? Я надеюсь, что они сверху не... Так, подожди, вот это. А, я их потерял. А, нет. Тимофей, подожди. Только вниз, нет. Что мне делать? Он спрыгнул вниз. Что мне делать? Да, молодец, туда иди. Вову, отлично. Давай. Отлично, убили. Вот это кооперативная работа. Кстати, в Хайт Онлайне скоро добавят чат. Не голосовой, но обычный, но это уже круто. Так, аккуратно. Про пол этой лавы не забываем. Так, чё, где? Так, слышу. Где-то тут. Не? Нет. Но где-то... Оп. Вижу. Оу, Ямелия. А, она спрыгнула вниз. Вот, а мне туда нельзя. Оп. Где она? Оп, давай, я тебя жду. Давай, влазь. О, я чуть не упал. О, отлично, попал. Ну-ка, так, главное не упасть. Отлично, мне помощь дали. Нашел. Так, тихо. Куда? Пошла. Подожди. Отлично, убил. Офигенски. Я единственный раз только нарушил правила. Только единственный раз. Это хорошо достаточно. Пока что все окей, давайте переберемся на эту сторону. Неужели он опять вот внутри этой штуки? Ну хотя... Пик знает на самом деле, но это возможно, этот факт отрицать нельзя. Слышу, кажется, он внизу, блин. А то, что он внизу, это не очень хорошо. Мне надо вот туда. Надо было сначала прыгать на этот поручень, а потом с него уже прыгать туда. Да, вот здесь он. Или нет, или наверху. Неважно. Ну чё, ну блин. Ай, предметы выиграли. Ну, во, да, реально тут было. А я вот двигаться не могу. А могу с лучший игрок. Ну ладно. А мы погнали в следующий раунд. У нас следующий раунд быстрее наверх. Капец. Так, давай, быстро. Успел, отличненько. Так, о, привет, братанчик, привет. Так, где ребят, встанем? Вот тут да, достаточно неплохое местечко. Во, нормально. Хотя нет, чуть вперед. Во, хорош. Сидим. Опа, кто-то тут пришел к нам. Кто-то вошел в игру и одновременно покинул. Ой, сейчас плохо будет. Да, конечно, да, не очень. Это не очень хорошо. Так, фортануло. Повезло, фортануло нафиг. Я на втором месте. Вроде живой спирт. Так, чё, где? Зачем, почему? А? А баба? Ну, пока что никого нету. Давайте тоже им что-то отправим, типа, окей. Опасна насмешка. Имеет свойство играть. Ну, предлагаю немножко прогуляться, потому что уже задолбался я сидеть на одном месте. Оу, май. Вы его видели, да? Ну. У него граната была. Подожди. А, и ты тут с дробашом откуда взялся? Ребята, пол это лава, не забываем. Подожди, пол это лава, ёперный театр. Смотри. Оп, допрыгнул, отлично. Оп, допрыгнул, оп, нет, не допрыгнул. Блин, ё-моё, вот это опасно. Ай-яй-яй, вот это прям, ну да, так прям люто. А теперь быстро бежим на второй этаж, потому что нельзя находиться на полу, потому что пол это лава. Опа, так, о, всё. Нормально. А куда пошел? Ты серьезно, ты не можешь навести? Ну ладно, я тебя убью. Ох ты ж гадина. Он внутри этой штуки. Киньте... А гранату кинуть? Блин, он свалил. Вот тут. Где-то был тут. Так, оп, перепрыгнул, нормально. Опа, нету. 360 ноускоп. О, попал. 360 ноускоп. О, опять он там. Отлично. Давай кидай еще одну гранату. О, тут, блин, как мне вот в этого попасть, если на пол нельзя наступать? А, он внутри, он, понятно, читер. Ну не читер, а просто бага-юзер. Так, это что-то крутится, вообще непонятно для чего. Так, братанчик, не надо. Так, я жду тебя, вылази. Давай, я готов. Давай, я готов вылазить. У меня можно рискнуть и прыгнуть на эту бочку, но это чересчур рисково. Кого спалили, где? Оп, все, я на бочке, я не на полу, отличненько. Да что тебе надо? Ну, блин.
блин, ну куда ты туда же забежала? Ладно, надо возвращаться отсюда. Оп! Ой, успел. А сколько осталось? Двое, вот именно один кто-то вот тут. Вот, я же говорю, вы дурачки, что ли? И один, подожди, дай допрыгну. Все, допрыгну. И один остался где-то тут. Один вот здесь, вот один вот тут вот, да? Он вот здесь. Ну, блин, ну тут уже. Тут уже я бессилен. Туда, тут даже гранаты не пробьют. По факту, я серьезно говорю. Ну, не знаю, можно рассчитывать на то, что он вылезет. Чё? Гранаты, значит, все-таки пробивают. Я не знал, я... Так, а, я уже наверху, фух, я что-то уже думал, бежать надо. А, нормально. А давайте попробуем этот баг. Ой, уай, да ну вас нафиг. Не буду я никакие баги пробовать. О, так, спирт взяли. А-а-а, так, она нас спалила. Так, у нее дробашина в меня попала. Так, она что-то глупенькая, она за мной не побежала. Ладно, это мне только на руку сыграло. А, это же противник, я думаю, маленький, типа тиммейт, ага. Так, я вроде живой. Не забываем про челлендж. Так, на уголочек, нормально. А вот это я чуть не упал. Оп, я не допрыгнул, это плохо, кстати. Так, нам, ну, подожди ты. Перепрыгнуть, отличненько. Так, она идет сюда, у меня единственный шанс выжить, вот так. Я надеюсь, она меня тут не спалит. Просто она сюда шла с дробашом, я надеюсь, что она меня тут не спалит. Спалили! Спасибо, братанчик. Спасибо, братанчик, конечно, что ты эту использовал свинку. Ну, блин, я упал. Я думал, я на бочке смогу. Хотя, что я с этих бочек бы сделал, по факту? Ничего. Но зато я могу возродиться. Опа. А, я на полу. Фу, все, лестница. Нормально. Так, бежим. Вот тут я помню спирт. Да, отлично. Оба. А, боба. Так, сюда мы тут упадем. Сюда нормально. Сейчас, смотрите, вот так с разворота. Оба! Я... Как? Как? Как я не допрыгнул? Вот один вопрос. Как? И меня еще не палят при этом. Или палят? Ты палишь мне? Как? Ну, щель, ну... Ой, ну я не... Ну, ну я же должен был допрыгнуть. Ну я не допрыгнул. Ну, убивай меня. Ну что стоишь? Убивай. Да, вот, да, молодцы. Я не имею права двигаться. Ой, капец. О, я могу возродиться. Я возродился. Я наверху. Нифига себе. Повезло. Банан и я остались. Ну, еще как бы долго. 36 секунд, 2 минуты. Ну, блин, я навряд ли продержусь, конечно. Надо так чекать. 27 секунд, давайте попробуем. Оба. Чисто так проверить на разве... А, я один остался. Ёперный театр, вы чё? Побежали. Он сюда, да? Он сейчас сюда прыгнет. Не? Повезло. Фух, так. Предметы выиграли. Ебой, нормально. Уай. Еще что ли раз? Ну ладно, еще раз это, катнем последний разочек. А что нет? Погнали, давай. Ну, все, теперь быстрее надо бежать наверх, потому что меня могут это, типа, это все. Теперь можно. О, побежала. Так, побежала. Ну, как бы спиртовая банка побежала. Нормально. Так, занимаем позицию повыше. Главное не упасть. Отлично. Где? Отлично, его убили. А чё ты ржешь? Да я тоже поржу. Так, допрыгнуть? Допрыгнул. Так, сюда. Опасненько было, но нормально. А интересно, я допрыгну до сюда? Ну, мне кажется, я не допрыгну. Я не буду рисковать сильно. Лучше уж я вот так вот. А! Ой, нормально. Успел. Ну да, он опять вот здесь застрял. Ну, читер нафиг. О! Во-во-во-во-во-во-во-во. Подожди. О май, нормально. Ой, вы чё? Вы чё разбегались, распрыгались, а? Я не понял. И чё, типа, всё, да? Да вы издеваетесь, вам... Это читер, которым я не могу снять хп... А, не могу. Вай, нормально. Ой, я попал. Или нет, или я не попал. Ну, блин, здесь на... Это небезопасно. Просто физически это небезопасно. Братанчик, давай, ты отсюда, я... Отсюда! Фух, допрыгнул. А, он спрыгнул, я понял. Вай. Подожди. Да чё ты такой быстрый? Да, либо у него пинг, либо я не знаю чё. Но мне нельзя на пол, так что... Потому что пол это лава, логично, да? Ну и чё, ты будешь его на меня агрить? Потому что... Давай сюда его, сюда, давай. Может на бочку? О, отлично! И осталось двое. Один вот здесь. А где он? А, чего? Я... Нифига себе, я мели, ты могёшь.
Вот этот, а как туда, а как туда попасть? В смысле, а что сюда можно попасть? Я даже не знал. Как сюда попасть-то? О, а подожди, давай, покажи, как попасть сюда. Прикинь, прикинь, она вон туда как-то попала. А, может быть, она как прыгала по головам и туда тогда попала? Не знаю, может быть, опасно в любом случае. Ну да, мы проиграли, к сожалению. Вот она, ну блин, ну ладно. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, лайк. Если не понравилось, дизлайк, напишите в комментариях, баташника ли получилось. Пока.